Всем привет! На ютубе много роликов с топ-подборками лучших скинов Fortnite, и я подумал, а почему бы не сделать наоборот? Собственно, поэтому и появился этот видос. В этот топ я включил самые провальные и стрёмные скины в Fortnite. Ну и пятерку лидеров откроет секретный скин за 7-ю неделю. Штурмовик. Успешный старт 5-го сезона. Прекрасные скины Ронин и Рагнарёк задали довольно высокую планку. И ожидания от секретного скина были как никогда высоки. Однако вместо нового кита, мы получили довольно невзрачного ниндзя в маске, похожую на морду мопса. Многие оказались разочарованы, и штурмовик отправился пылиться в шкафчик игроков, так и не повторив успех других скинов из Battle Pass. Отсюда и заслуженное 5-е место. Строчкой выше расположился Карбид, и хоть мне очень импонирует супергеройская тематика, нужно признать, что данный скин получился жутко безвкусным. Отвратительный костюм и сочетание цветов, выедающих глаза. Этот скин был обречен. Однако, несмотря на все это, было время, когда в этом скине бегало пол паблика, что меня очень удивляет. Может быть, я чего-то не понимаю. В любом случае, это всего лишь мой субъективный топ. И я считаю место Карбита в этой подборке заслуженным. А теперь призовые места. Тройку лидеров открывает Вираж. На этом скриншоте он смотрится довольно неплохо. Однако мнение меняется, как только видишь этот скин в игре в полный рост. Мужик в глянцевом костюме с трусами поверх штанов. Это точно не то, что хочется видеть на паблике. У женской версии костюм хоть и смотрелся лучше, имелся другой недостаток. Это отвратительная маска. Из-за нее так и хочется дать название «Женщина-стрекозец». Поэтому провальными оказались оба скина. Однако еще хуже оказался скин Flytrap, чем и заслужил серебряную медаль в этом топе. У эпиков получилось создать скин, который смог вобрать в себя все худшее из предыдущих участников топа. Такое же неприятное сочетание цветов, обтягивающий костюм на мужике и красная морда, словно задница бабуина. Однако, даже Flytrap не может составить конкуренцию обладателю первого места. И это, конечно же, Мосс Тиммерман, что вполне предсказуемо. Эта жуткая хрень оставила далеко позади всех предыдущих претендентов. Болтающиеся плавники по всему телу и нереально криповая маска. В этой игре невозможно найти скин, который смотрелся бы хуже. Безоговорочное первое место. Понимаю, что ролик вышел на довольно спорную тему, поэтому даже не буду просить поставить лайк. В любом случае, спасибо за просмотр.